Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции. Если вы сейчас слышите какие-то штуки из окна, которые у меня идут, это так и должно быть, потому что, опять же, жара, душнота и все такое. Без этого я уже не могу, а вентилятор нифига не помогает. Ну, короче, лето, жарко, вы, мне кажется, понимаете. Но все это фигня, потому что еще более жарче это то, что Тэйон, моя любимая Тэйон, наконец-то выпустила новый релиз, то есть у нее был уже релиз в том году. И пишечка достаточно неплохая, но я говорил, что что-то как-то, вот, опять же, мне не хватило. Вот, тем не менее, выпустила вот релиз, это, по-моему, сингл, если не ошибаюсь, называется On Heaven. Там было достаточно много интересных приколов, то есть превьюшечек и так далее я у нее видел, опять же, офигительный фотосет и так далее. Как обычно, в принципе, у кей-поперов и кей-поперов бывает перед выпуском релиза. И я долго ждал, уже, по-моему, неделю, по-моему, когда выйдет этот видос, неделю точно пройдет с этого релиза. Не попал немножко на хайпотрей, но в любом случае для себя, естественно, я это посмотрю на реакции. Опять же, говорю, Тэйон вместе с Анми, мои самые любимые исполнительницы в кей-попе. Ну и опять же, я даже не совсем их считаю кей-попом как таковым. Тем не менее. Короче, поехали посмотрим. Вообще выглядит достаточно многообещающе. Там что-то такое прям дарковое, готическое, как будто бы должно быть. Но, опять же, трек я даже вот не знаю, какой будет. Так что сейчас мы это заслушаем, сейчас мы это все посмотрим. Ну, я надеюсь, будет более интересно, чем предыдущая EP-шка, потому что, опять же, предыдущая EP-шка была прикольная. Она была такая, знаете, тоже в поп-рок стиле, но не знаю, вот надеюсь, это будет покруче. Короче, погнали смотреть. Ну что, наконец-то я добрался до нее. Здравствуй. Ох, такие там фотосеты, конечно. Дай бог. Спасибо. Там какая-то супер жесть в клипе должна происходить. О, мое любимое вот это. Это, кстати, у Санми такая тема больше. Вот именно такого попорочка. Тем не менее. Мне еще нравится, что клип, типа, опять же, в квадратике сделан. С топорищем этим, ты жесть. Да-да. Фига, блин, круто. Очень крутой клип. Это напоминает вообще всякие японские клипы Visual Keichiku. Только совершенно другим музыкальной составляющей другой. Блин, ну ее этот топор. Ну, трачок мне очень нравится. Трачок вот прям я такой люблю. Вот этот криповый медведь. Блин, клип снят прям вообще очень круто. Удары топором. Слушайте, на самом деле это... Ну, если бы вот не Шакран, если бы не их клип, я бы сейчас сказал, что Тэйон претендует на клип года. Вот это прям очень крутой клип, мне прям нравится. Ну, такой еще хорроровый, как будто бы. Даже я сказал, криповый. Но при этом трек вообще, типа, забавный. Да, клип прям очень крут. Ну все. Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек Heaven от Тэйон. Что хочу сказать сразу по поводу клипа. Вот опять же говорю, мы делали реакцию на Шакран. Да.
российскую прог-метал-группу, но у них был великолепный клип. Кто не видел, можете опять же посмотреть и, в принципе, сам клип, или посмотреть у меня на реакции. Там, конечно, было весело. Вот, но если бы не они, да, если бы не вот этот весь рофильный клип и так далее, вот именно с более, наверное, ну, даже не серьезных, а вот именно прям таких продакшеновых клипов, вот это, кстати, это я как будто бы имеет место быть, потому что я помню, у Ио, по-моему, так звали, с Ви, они делали еще в самом начале года очень крутой клип, и еще у кого-то был крутой клип, ну, и у Рони Радки, естественно, крутые клипы, но вот это тоже претендент на клип года. Короче, если я буду и делать, опять же, в конце года, то я, наверное, сделаю претендентов, то есть я назову, наверное, несколько, потому что вот этот я бы в любом случае вставил. Так что по поводу клипа, все мне максимально вообще понравилось, это, опять же, один из лучших, что я видел в этом году. Теперь давайте немножко про трек. Вот тут, скажу честно, это было, наверное, больше похоже на то, что делает Санми как раз. То есть у него вот этот такой попрочок вот именно, да, с этим вот басом, тун-тун-тун-тун. Это мне очень нравится. То есть я как раз у Санми очень любил такие треки. Вот и он немножечко другой мне нравится, тем не менее, это тоже было хорошо. Офигительный вокал, просто обожаю ее вокал, один из лучших, наверное, ну, в кей-попе как минимум точно. Вот, и все хорошо сведено, все очень хорошо, как-то вот именно плавно. То есть я сейчас посмотрел, честно говоря, я, наверное, хочу пересмотреть еще несколько раз после реакта, потому что одного раза мне не хватило. Но в отличие от предыдущей эпишки, где мне не хватило вот именно чего-то, знаете, такого, что, блин, хочу еще другого музла. Тут мне вот этого хватило. Мне не хватило того, что еще надо именно такого же. Ну, короче, я надеюсь, вы меня поняли. Короче, супер. Супер, ты ее молодец, даже не знаю, типа. В принципе, я ожидал от нее что-то прям вот именно сильное, говорю, вот именно прям крутую работу. Опять же, тут нет вау-эффекта в плане трека, например, да, тут, наверное, вау-эффекта, если они есть, то именно в плане клипа. Но именно вот такой мягенький попрочок, вот именно, да, именно с ее вокалом, опять же, да, потому что у Сами совершенно другой вокал, вот, это совершенно тоже другое, и это мне максимально понравилось. Вот такое, да, да, прям супер-супер-супер, тогда буду ждать еще от нее тогда какие-нибудь работы, опять же, синглы или альбомы, чего у нее там дальше будет. Вот, и надо, кстати, послушать, опять же, вот этот Heaven, это все-таки сингл или там что-то еще есть, может, нет, я просто не слушал ничего, естественно, для реактора. Вот, так что обязательно послушаю, посмотрим. Ну что, супер, как бы я максимально доволен, мои любимые Тэйон, как бы сказать нечего, все, ура, спасибо, и спасибо всем, кто посмотрит реакцию, ссылочка в описании, если нравится, сами все знаете. Короче, будем, опять же, за ней следить, я, по крайней мере, точно буду за ней следить. Я понимаю, что в последнее время что-то на моем канале не так, как я понимаю, за кей-попом, наверное, следят, особенно вот за таким, да, но тем не менее, лично мне это супер нравится, поэтому, естественно, тоже я буду делать на это реакцию. Так что вот так. Ну и не знаю, все, наверное. Наверное, все. Как бы расхвалил ты ее, но опять же, если много минут ее не хвалил, то, скорее всего, вот оно сюда и попадет. Потому что, ну, тут как бы минусов лично для меня вообще никаких не обнаружено. Я забалдел, закайфовал прям максимально. Так что, наверное, все, я пойду и пока.